Привет. Серьезно, потому что всегда такое. Хай. Привет. Филипп. Привет. Тренить? Давай потреним. Ты хочешь, чтобы я скинул тренировку? Я не хочу тренироваться. А, точно, морщины будут. Забываю. Здрасте. Привет, Серега, привет. Все хорошо, я в Москве. Супер, все. Тренироваться даже начал по утрам. Привет, Хенсельники, привет. Спасибо, давай, Ален, потрени хорошо. Не, я завтра буду тренироваться, я по утрам тренируюсь, восстанавливаю форму. Тоня, привет. Давай. Че, Тоня, ты тренируешься? Посмотреть на меня можно. Ну, где? Смотрите эфиры, не скажу. Вместе или нет, не расскажу. Какие планы на Новый год? Какие планы в ближайшее время? Что за споры? Что, не тренируешься, да? А, смотри, по поводу... А, закрыл динамик. Все. В Москве останусь. Значит, по поводу эфиров, Ален, можно посмотреть в этом. На Дом 2 там. Ну, где-то есть, я не знаю точно. Но попозже скину ссылку. Из девочек на проекте нравится Яна Шафеева. Хороший выбор. Да, я пришлю. Не знаю, но это, мне кажется, будет неправильно уже. И не скажу вам, что там с Виталиком и с Настей. О, спасибо. Новый год, знаешь, мы хотели в Питере, но я, наверное, ну, завтра точно я пойму, я, наверное, останусь в Москве. Тонь, спасибо за одобрение. А, нет, зачем его бояться? Нет. Роман, блин. А где ты сейчас живешь? Ален. А, это ты. Я думаю, кто это мне кидал? Да я недолго, я чуть пообщаюсь. Как он к этому относится? Не знаю, как он к этому относится. Я написал ему о том, что нам не нравится, и все. Как он к этому относится, я не знаю. Слушай, ну что, ты сам никого не кидал, Тонь, ну перестань, ты можешь там тренироваться, там у тебя есть с кем. Самое большое достижение в спорте. Это мои спортсмены. Как ты понимаешь, готова она или нет? Это она тебе сказала? Я думаю, что нет. Ну, а там как, непонятно, сердце не прикажешь. Голова должна быть прежде всего. Конечно, может быть, сердце говорить одно, а голова должна быть.
Слушай, ну я попробую, я завтра в зале буду, попробую позаписывать что-нибудь. Реально я повыкладываю, тренироваться. В принципе, пока я на поляне, я могу спокойно выезжать и выставлять. Ну, в целом-то и на острове могу. Привет, Сань, привет. Да они там женские, скорее всего, болтают. Сейчас зайду, вам женскую покажу. Скажу, покажу женскую лагу. Виталий, Настя. Не буду я говорить ничего. Какие все подробности, все хитрые. Не буду ничего рассказывать. Привет. Тук-тук. Спасибо, точно. Правильный ракурс? Здорово. Тут два человека смотрят, не парься всего лишь. Подожди, я голосовую слушаю. Обижаешься? У тебя флаг Саш. Я говорю, два человека смотрят эфир, ничего страшного. Попросили показать тебя. Ясно. Да. Да, Саня, я таким остаюсь, ты же знаешь, я как бы какой есть, такой как, так и показываю себя здесь. Спасибо, мне очень приятно. Спасибо, Сереж, я тоже с наступающим Новым годом. Ой. Что дальше, Фиева, не скажу. Ничего. Зачем что дарить? Дом 2. Да, нравится. Сначала было необычно, тяжело. Здорово, Макс, здорово. Похудел я здесь, килограмм уже на 6. Но хоть сейчас начал тренироваться по чуть-чуть. Майка уже, он висит. Не знаю, возможно, мы не поедем в Питер все. Еще неизвестно. Может, поедем, может, не поедем. Вот. Ну, вместе будем праздновать. Ну, если за это спрашивать. Да, вместе. На какую систему сел? На дом 2 или на то, что я думаю? Да, я готов, конечно. Ну, я попробовал бы. Она не готова еще. Ну, ничего страшного, я никого не тороплю. Я готов. Ёб твою налево. Слушай, Тонь, что ты меня в этом винишь? Я не понимаю, он взрослый мужик. Ну, получается, без головы. Что, деньги надо забрать у него, все? Что Виталик точно решил? Не знаю. Не знаю, Лёш. Не знаю, что он там решил. В подвешенном состоянии. Короче, я так думаю, сейчас проспится и завтра все поймем. Ага, какой мэнс физик. А с ногами что я сделаю? Ноги не похудели до мэнс физик. Поэтому за это можно не переживать. Опа, опа. Да я понял, что это Артём. Кто еще такой напишет? Артём, привет. Блядь, я охуел от кого? Просто, блядь. Я каждый лобный на острове засаживал. А то реально, ну, буду потом переживать за Азиза. Каких пару месяцев, Макс, я не дойду до твоих этих. Артём, я когда вернусь,
будем заниматься одними весами, скорее всего, потому что я худею, тренировок нет, еды нет такого количества. Ну и что? Я просто в зале занимаюсь. Ты не слазь. Да, нашел, да, Даша, нашел. Мне симпатична Яна Шафиева. Хорошая, добрая, милая, красивая девочка. Ага, не потянул. Тут это не про меня. Это же внутри стержень. Еда есть, кстати, могу показать, но она, знаешь, такая не вся супер полезная. Да не знаю ее. Такие вопросы не задаете. В душ-то я не могу ее залезть. Это уже нет еды. Пустой холодильник. Сейчас. Мне нравится регби, мне нравится фитнес. Я же этим занимаюсь. Да вот тоже не сразу нашел. Пельмешки тут есть. Стэц хорошо, уже бегает. Да, тренирую онлайн, кстати. Кстати, продолжаю тренировать онлайн. Раньше, ну, как только пришел, было очень тяжело, потому что вообще телефона не было. А, ну, телефон полностью не давали. Сейчас тоже не дают. Но на поляне чуть побольше связи. Здесь, как только его в руки беру, уже есть связь. Поэтому побольше могу общаться с людьми. Онлайн получается делать. Поэтому, если надо, готов. Да, курит. Не, на бургерах говно. Прыщики, всякая гадость лезла. Яиц дофига, да. Почему нельзя телефоном пользоваться? Правила такие. У нас телефон дается только вот вечером. Правила такие. И я еще полечу на Сейш, поэтому ты не переживай, привезу магнитик оттуда. Спасибо, сегодня подстригся. Хорошо, и тебе, Макс, магнитик. Всем магнитики привезут. А, знаешь, там не магнитик, там очень крутая, ты же бухать любишь, там очень крутая это така. Очень крутая. Да, я добрый. Добрый, спасибо. Хорошо все, Паш, все супер. Тут, кстати, тоже есть регбист Федя Стрелков. Вот он за сборную играл. Поэтому есть свои ребята. Так, это ром. Ром не пьешь? Ну, зря. Ром. Природа. Хорошо. Тебе нравится природа Москвы? Соленка курит или нет? Не знаю, не помню. Он не за нашу сборную, он сказал, что за сборную этого играл. Он с Нижнего Новгорода, вот, он за сборную России вроде сказал играл. Ага, нет, еще не можешь, я еще не настолько звезда. Как, с Аней дружим, общаемся, ну, как по-дружески просто. Тоже хорошая девочка, если кто-то хочет, к ней приходите. А, супер, хорошо. Полгода закончить все свои дела и заработать бабок как раз на Ибицу. Да, хорошо. Я сейчас здесь устаканюсь и буду программу продавать, ну, получше. Тогда 100% полечу тоже. Я думаю, что если все будет хорошо, меня могут отпустить, в принципе, с проекта на выходные, на отпуск. Хорошая девочка Аня. Ну, крикливая очень, но хорошая. Я из Краснодара.
из единоборств борьба. Брянская, она в свете. Ну ничего, бывает такое, что надежда не сходится. Да, рассталась. Привет, Лёха, привет. Привет, Никита. Давай, приятного аппетита. Да, согласен, Даш. Всем интересно, Дом-2 больше, чем я. Что за вопрос-то? А, что случилось? Настя что-то или Виталик что-то сказали? Не буду ничего говорить. В эфирах смотрите, а то так неинтересно будет. Очень круто. Тихо, правда. Потому что, ну, сейчас как раз время, когда нет никого. Пара. Ну, в целом, да, хорошая была пара, но то отношение, которое было у них, это было неправильно. Не знаю. Опа.